Пасвятая служба информации телерадиокомпании «Гомель». У студии працюе Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуску. У центра уваги «Бяспека и комфорт». Профсоюзные инспекторы проверяют готовность предприемства до работы у зимовый период. Виртуальная биржа працы. У Гомеля упершыню провели электронный кермаш вакансий. Бояться не треба, треба ведать. На передадні сусветного дня боротьбы со СНИДом медики отказали на пытанні журналистов. А зараз об гэтым и іншым больш подробязна. Марына Бондар перавыбрана старшынёй Гомельскага областного комитета Беларускага профсоюза работников державных и інших установ. Такое рашэнне сёння приняли делегаты 25-й справаздачна выборной конференции Халіновага профсоюза. Об зробленым и запланаваным материал наших корреспондентов. Областная организация Белорусского профсоюза работников державных и инших установ объединяет больше как 18,5 тысяч человек. Амаль 93% працующих у галине. И хоть у Гомельской области это не самая массовая галиновая профсоюзная организация, со своими задачами она справляется поспехово. Оборона социально-экономичных прав и интересов работников, удосконаление и поглубление социального партнерства, повышение якости життя членов профсоюза. На практике это достатково широкий список проводимых мероприемств, от выездных правовых приемов и учебы активу до оказания доброчинной допомоги детям-сиротам и ветеранам. Еще один накерунок, які дозволяє згуртовать коллектив активно удел у культурно-массовых мероприемствах. Причем размов може исти як об спортивных споборництвах, так и проведение таких массовых мероприемств, як спартакияды керуючих работников Гомельской области. Тем больше, что у регионе есть отповедный опыт. У свой час работники держапарату штогод мерились силами у волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, а так само демонстрировали свои вокальные и хореографичные здольности. Да, это была хорошая традиция. Это когда каждый район готовился, я помню вот это боевое настроение, стремление, кто стремился сегодня лучше выступить. Более того, я хочу сказать, что везде, в принципе, в каждом человеке живет какой-то свой талант. А способность его развить и проявить, это, конечно, заслуживает уважения. Это, безусловно, сплачивает людей, и это создает хорошее настроение, что, следовательно, и влияет в целом на производительность труда. Сярод приоритетных накірункаў работы областной организации Белорусского профсоюза работников державных и інших установ – развитие социального партнерства. За период помеж конференциями заключены 34 новые коллективные договоры с одночасовой экспертизой уже дзеючых погаднення. Не грэбуюць у галіновым комитете и сучасными технологиями. Для информования членов профсоюза активно використовуются как официальные сайты, так и социальные сетки. А проша того, будет протягиваться практика обмену опытом как помеж первичными структурами, так и на международном узровне. Тут у профсоюза так само великие махчимости. Мы наладили наши контакты с нашими коллегами из Израиля, профсоюзом госучреждения. Очень хорошие у них там формы, методы работы. Недавно мы также наладили контакты с профсоюзом из Египта, с профсоюзами Египта. Ну и со всеми нашими постсоветскими странами, с нашими коллегами из стран СНГ. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Профсоюзные инспекторы в этот период проверяют готовность предприемства до работы у зимовых умовах. Акценты ставятся на обеспечение работников сродками индивидуальной обороны и температурном режиме. У приватности специалисты профсоюзов наведали Гомельский завод металлоконструкций. У месяца этот цех выпускает 70 тонн выработок. Продукция реализуется на внутреннем рынке. Комиссия прошлась по вытворших пляцовках, осадила бытовые помешкания. Дадены рекомендации по теплосбережению. Фасады отопительных батарей нужно будет освободить, выполнить. Ну, в ближайшие день-два мы все это выполним. В принципе, больших замечаний нету по нашему предприятию. Я очень доволен, что на таком предприятии, напомню, что уже получается, уже 2,5 года национация находится, и люди, и руководство, и управляющие антикризисные заботятся о людях, и как люди одеты, как люди обуты, как люди обеспечены каким-то приемом пищи, санитарно-бытовым помещением, то это можно предприятие отметить с положительной стороны. Это уже 11-е предприятие, которое проверили профсоюзные инспекторы. Мониторинг будет продолжаться до конца снежня. Так само працует горячая линия по пытаниях выполнения сезонных норм аховы працы.
Отдалены пошук кадров у Гомеля у Першиню провели электронный кермаш вакансий. Свои пропановы на официальные пляцовцы в интернете представили 5 организаций. Усяго больше, как 120 вакантных мест. Новая послуга дозволила у онлайн-режиме наладить прямой диалог наймальника с суискальником. Подчас виртуальной гуторки громадяне смогли отправить резюме и задать пытание працедавцам на конто заработной платы, графика и умов працы. И все это не выходящий из дому и навод без регистрации на интернет-пляцовцы. После завершения кермашу актуальные вакансии автоматично перенеслись в базу данных на портале службы занятости. Доступ до их заховался для всех соискальников. У планах проводить кермаши вакансии в электронном формате каждый месяц. Посмотрим, какие будут результаты, как отнесутся жители города Гомеля, очень важно, как они будут принимать активное или неактивное участие. Может быть, мы где-то не доработали, значит, потому что давали всюду информацию в средствах массовой информации, что будет проводить. Посмотрим, и потом в результате этого выработаем программу, как дальше она будет проходить. На данный момент ситуация с працеводкованием у Гомеле находится под контролем. Узровень беспрацовья 0,2%. Дякуючи работе комитета, все лето працу знайшли амаль 5900 человек. З их 2800 стояли на улику по беспрацовье. Звыш 300 громадян накированы на профессийное навучание. Светлогорск стал другим городом краины, який долучился до Парижской декларации «Паскарение деяния у переодолении эпидемии ВИЧ». Керавництво райцентра узяло на себе обязательства по досягнении метов 90-90-90. Гэтую стратегию Беларуси плануют реализовать до 2020 года уключно. Ход деяния сегодня мерковывали у Гомеля на пресс-конференции с представниками затекавленных службов и ведомствов. С подробязностями Евгения Кухаронок. Больше як 80% белорусов, якія живуть з ВІЧ, ведают про свой статус. Амаль 79% отримливают необходимое лечение, а у 75% хвороба не прогрессируя. Мета выйти на так званое 90-90-90. Светлогорск заручился не сдарма. У городе сегодня проживает около 13% от агульной колькости людей, якія живуть з ВІЧ в Украине. Подписание Парижской декларации означает готовность використовывать лепший сусветный опыт для распрацовки эффективных городских программ протидействия ВИЧ. И это с уликом усих особливостей распространения вируса. По путям передачи, если в 2009 году у нас превалировал внутривенный 53,2% в Гомельской области, то в 2019 половой составил 93%. Мы отличаемся немножко от Минска, мы там где-то и поспорили, потому что в Минске где-то 50-50, но у нас конкретно половой путь инфицирования. Поводле официальных данных, у Гомельской области 8233 человеки живут с ВИЧ. Больше як полова из них – это люди во возрасте 40 годов и старейшие. Лечение проходит каля 80%. Остатних тяжко переконать менавіта за их узросту. А это прикладно 1000 человек. С теми, кто уявляет реальную небеспеку для громадства, працуют правоохранники. Сотрудникам органов внутренних дел в текущем году было проведено чуть более 100 проверок по выявленным новым фактам заражения ВИЧ-инфекцией и поставления в опасность заражения ВИЧ-инфекцией в том числе. И по результатам рассмотрения таких материалов проверок в текущем году возбуждено уже 27 уголовных дел. Эпидситуация у регионе находится под контролем. У сравнении с аналогичным периодом минулого года захворываемость на ВИЧ-инфекцию снизилась на 20%. Разом с тем, треба памятать, вирус именно дефицит у человека – это не присуд. У нашей краине сегодня забеспечена всеогульная доступность тестирования на ВИЧ. Проверить свой статус можно у любой установки охраны здоровья, где есть процедурный кабинет, и самостоятельно при допомозе экспресс-теста из аптеки. Евгений Кухаронок, Василий Сипцов, телерадиокомпания «Гомель». Инклюзивное громадство, инвестиции у будущего. Сегодня у Гомеле прошла республиканская адвокационная кампания Белорусского товариства инвалидов по зроку. Ее удельники обмерковывали питание доступного осяродия и презентовали новые технологии для людей с инвалидностью. Сустрешу наведала Ганна Каральчук. Вести незалежный лад життя и быть запотребованными у громадстве. Это то, что потребно каждому человеку, у тем лику и людям с инвалидностью. Яны, как все, хотят учиться в школах и университетах, ходить на працу, подорожничать и створать семьи. Для этого их новокольное осяроде повинно быть зручным и доступным. Зробить его таким не вельми складано, однако, кроме жадания, важно добро разуметь, как и что робить, как задоволить потребы людей с инвалидностью. Самое правильное решение – наупрост запытать у их. А для людей с инвалидностью по зрению
сожалению, кроме покраски ступеней, которая для слепого человека вообще никакой роли не играли, ничего не делалось. Но вот наше товарищество поняло, что это не делается не из-за того, что не хотят, а из-за того, что не понимают, что нужно делать и как делать. И самое важное, что эта работа, начатая по созданию доступной среды в конце еще прошлого столетия, в общем-то, в то время не было никаких таких технологий для нас, чтобы сделать все нормально. И лишь вот развитие техники и технологий, притом, подчеркиваю, во всех странах, предоставило возможность стать уже на путь построения доступной среды и для этой категории людей. На мероприемство Белорусского товариства инвалидов по зроку собрались представники всех зацікавленных организаций и ведомств. Министерство праці и социальной обороны, Управление эдукации, аховы здоровья, культуры, архитектуры и городобудовництва. Подчас дискуссии яны обмерковывали ситуацию в регионе и питания, на которые варто звернуть увагу в первую чергу. Комитет по труду уже длительное время работает совместно с Белтизом по созданию рабочих мест. В этом году эта программа была продолжена, уже подписано соглашение на финансирование и создание 4 рабочих мест, на которые потрачено будет более 120 тысяч рублей. Также в области и в городе Гомеле проводится планомерная работа по оборудованию безбарьерного доступа. Ярким примером может служить улица Советская, ее часть в районе построенного торгового центра. Протягнулася встреча работы в 2 секциях. Первую присвятили этице и правилам коммуникации с неведущими людьми. Другую – организации доступного осяродзя. Аудиторию представили техничные распрацовки для инвалидов по зроку. Например, веб-бокс, который заменяет компьютер. И он имеет простую навигацию с выходом в интернет. На приладе всего 5 кнопок. Мы, значит, пропагандируем, значит, этот веб-бокс, как говорится, помощник для инвалидов по зрению. И не только для инвалидов по зрению. Я думаю, что любая категория, даже и бабушек, и дедушек, которые, можно сказать, трудно им, допустим, научиться на компьютере, пожалуйста, это... А все, что надо, здесь все есть. Еще одно ноу-хау – разумные окуляры, которые уладкованы микросканером и могут распознавать текст и объекты, а потом огучивать отриманную информацию. А кроме того, социальные объекты Гомеля укореняют навигационную систему «Кроки на гуки», которая позволяет неведущим людям быть мобильными и перемещаться у просторы с докладностью. Электронный гуковый информатор на будинку подает специальный сигнал, на который рухается инвалид по зроку. Включается динамик дистанционно праз мобильный додаток. Ганна Каральчук и Гармарищенко, Телер радиокомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля распачался 15-й областный конкурс творчества людей с обмежеванными физическими махчимостями. Мероприемство присвечено Международному дню инвалидов. Программа конкурса разрешена на 2 дни. Сёлета уделу им принимают больше, как 150 человек. С метой демонстрации разнобаковых здольностей у людей с обмежеванными махчимостями организаторы продугледили несколько номинаций. У приватности, у фойе Дома профсоюза, где проходит конкурс, разгорнутая выстава декоративно-прикладного и выявленчего мастерства. Дарэчы, областный конкурс не предугледжвае попередних этапов. Трапить у Гомель может любой жадаючы, який проявил себе подчас проведения районных культурно-массовых мероприемств на протягу года. Прозвища пераможцев будут названы завтра. На 28 листопада запланированный гала-концерт лепших номеров удельников. Воля победе, воля к жизни. Вот. Я всегда в вступительном слове говорю, мы не все займем первые места, но они являются победителями, потому что само участие – это уже сама победа. От города до республики керавництво комиссии по справах неполнолетних Гомельского гарвыканкама пропоновало аналогичные структуры областного узровню провести фотоконкурс «Мой край родный» сярод дзяцей, якія знаходятся под пильным контролем гэтых службаў. Ідея прыйшлася даспадобы, яе вырашылі зрабіць яшчэ больш масштабнай. У сваю чаргу накіравалі ў Мінск, каб фотаспаборніцтва стала агульнарэспубліканскім. Там прапановы падтрымалі і работа пайшла. У гарадскім этапе конкурсу удзельнічалі каля 220 юнаков і дзяўчат. Іх падзялілі на 3 узроставыя катэгорыі. З гэтых фотаработ абралі 40. Яны будуць спаборнічаць на абласным этапе, а самыя лепшыя потым на рэспубліканскім. Выбор был очень сложный, потому что за каждой работой стоит какой-то труд ребенка, его взгляд на мир, это и природа, это красивые места Гомельщины и в целом республики, это родные и близкие.
Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Партия спирта в легковом автомобиле. Сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку алкогольной продукции в Хойникском районе. При отработке автодороги Р-33 Речица-Хойники они остановили автомобиль «Ауди» под управлением 42-летнего жителя райцентра. В салоне машины находилось 27 емкостей со спиртосодержащей жидкостью, всего 135 литров. Составлен административный протокол, изъятый товар направлен на экспертизу. В областном суде вынесли приговор двоим наркопотребителям и одному распространителю наркотиков из Калинковичи. Вердикт первой инстанции – 2 года ограничения свободы для покупателей дурмана и 6 лет и 3 месяца колонии усиленного режима для продавца марихуаны и амфетамина. Напомним, в дом к наркодилеру правоохранители совершили визит после того, как с поличным задержали 2 жителей города Калинковичи, которые купили у него феномин. В доме у подозреваемого состоялся обыск. Служебная собака помогла найти тайник. В гараже был обнаружен сейф, а в нем ручной фонарик, в корпусе которого находилось 15 свертков с психотропом. Еще один был спрятан в футляре от весов. Также изъяты сами электронные весы с остатками вещества белого цвета, 3 приспособления и 2 трубки для употребления. Употребление наркотических средств, пневматический пистолет и стеклянная кухонная дощечка, на которой была разложена феноминовая дорожка. 2 человека погибли на пожарах в Гомельской области за минувшие сутки. Возгорания произошли в Рогачевском и Добрушском районах. В первом случае в деревянном жилом доме наблюдалось задымление. Когда пожарные вошли внутрь, то увидели на полу 64-летнего хозяина. Он не подавал признаков жизни. Позднее медики констатировали его смерть. Аналогичная предыдущая история второго пожара в деревне Тереховка Добрушского района. Огонь отнял жизнь у 65-летнего пенсионера. Мужчина был найден спасателями на полу в своем доме под завалами строительных конструкций. Гомельское областное управление в очередной раз обращается к нашим гражданам с просьбой о том, чтобы люди вели сознательный образ жизни. Естественно, основной причиной возгорания и гибели человека является курение в нетрезвом состоянии. Еще раз хочется напомнить о том, что курить в постели запрещено. Значит, формула проста – выпил, закурил, уснул. И, к сожалению, такие случаи происходят повсеместно. В Петриковском районе столкнулись микроавтобус «Ситроен» и грузовой «Мерседес». Спасатели деблокировали человека. Авария произошла вечером 26 ноября на трассе М-10 возле деревни Сметанище. Сообщение о ДТП поступило спасателям около 23:00. Внутри микроавтобуса оказался зажат водитель. Работники МЧС освободили мужчину и передали бригаде медиков. Его госпитализировали в районную больницу. По факту ДТП проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Молодежная сборная Беларуси Ю-20 готовится к домашнему чемпионату мира в группе А. Турнир пройдет с 9 по 15 декабря в Минске на льду Чижовка-арены. На заключительный учебно-тренировочный сбор главком Дмитрий Дудик вызвал 32 хоккеиста. В расширенном списке 2 игрока хоккейного клуба «Гомель» – это защитник Павел Воронов и форвард Насер Субхи. Целенаправленную подготовку к мировому первенству сборная начнет 29 ноября. За выход в элиту белорусы поборются с командами Австрии, Словении, Норвегии, Дании и Латвии. В Гомеле сегодня прошел чемпионат и кубок области по вольной борьбе. На арене Дворца легкой атлетики состязались почти 90 спортсменов со всего региона. На турнир удалось собрать практически всех сильнейших. Отсутствуют только сборники. Они сейчас находятся на учебно-тренировочном сборе нацкоманды в Стайках под Минском. Там с 9 по 12 декабря пройдет Кубок Беларуси. Именно на этот турнир и отбирают спортсменов на соревнованиях в Гомеле. Победители попадут в сборную региона и вместе с лидерами будут бороться за награды. Рады Кубка Беларуси. Сборники, да, ну, естественно, они хотя бы и не борются, но мы-то понимаем, что эти ребята сильнее, и они уже, ну, как говорится, будут участвовать. А нам только останется определиться в нескольких категориях, где, ну, как говорится, где лидер не участвует. Там ребята будут уже, кто выиграет, тот и поедет.
В Гомеле прошел республиканский турнир по настольному теннису среди сильнейших игроков в возрасте 10 и 11 лет. На пьедестал почета поднялся только один представитель нашего региона. Виталий Дробышевский выиграл состязание среди юношей 2008 года рождения. Ярослав Поздняков стал здесь шестым. Также в десятку в своих возрастных категориях попали Анастасия Остапова и Дарья Сухарькова, 8 и 9 места соответственно, и Матвей Делец, 7 место. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».